Камень Танев один из первых закончил свою работу. Уже сегодня скульптура из его серии «Аполлонов» была возведена на постамент. Волнительно было, да? Но это было положительное волнение. Это как все закончило, я был счастлив. Я сначала был чуть-чуть стрессирован, потому что сначала ты видишь такой большой камень, гранит, твердый. Думаешь, когда я буду это закончить? Так, очень много вопросов были сначала. А наконец все было так легко. Поставили скульптуру, и все, я сделал мое дело. На постаменте также можно увидеть и скульптуру Тагира Субханкулова, который уже покинул симпозиум и уехал обратно в Москву. И скульптуру Джони Гагабиришвили. Я 2 дня назад поставил людей, и так лучше закончить. Уже все видишь, и как будет. Ну, так заканчивается луч. Когда вниз, надо что-то интуитивно -то работать. А сейчас уже все знаешь, куда идет, как форме. Всего в международном симпозиуме «Артерия» принимают участие 13 скульпторов из 6 стран мира. Это Россия, Болгария, Франция, Южная Корея, Япония и Грузия. До завершения работ скульпторам осталось всего 2 дня. На самом деле, конечно, замечательно, что все приходит к какому-то завершению, что в целом уже понятно, что мы надежды так или иначе оправдываем, что мы одними словами не ограничились, а есть результат. А как будет на площадке, это будет видно. Пока все не встало, понять до конца сложно. Вам грустно будет уезжать из Уфы? Конечно, мы с этими людьми сколько месяцев уже работаем. Мы как семья. Так получилось. Анастасия Худик, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ.